Петруха говорит, гаишники совсем обнаглели. Вчера уштрафовал на 500 долларов. Сергей дружко спрашивает, за что? Петруха говорит, что на подушке безопасности наволочки грязные. Сергей дружко покупает сигареты. Продавщица им говорит, покажите паспорт. Сергей дружко не растерялся и говорит, это я не себе, это папа попросил. Сергей дружко купил новый холодильник, а старый выставил возле входа и написал, кому нужен холодильник, забирайте его бесплатно. 4 дня холодильник стоял. Ему это надоело, и он написал, продается холодильник, 1000 рублей. На следующее утро холодильника уже не было. Петруха говорит, понимаешь, мне тяжело спать на левом боку. Сергей дружко спрашивает, а ты не пробовал повернуться на правый бок? Петруха говорит, пробовал, но я тогда не слышу, о чем говорят соседи. Петруха говорит Сергею дружко, ты не поверишь, лишь, моя жена заикается. Сергей дружко спрашивает, что, со время? Петруха говорит, да нет, только когда говорит. Сергей дружко спрашивает, а ты знаешь, что алкоголь и сигареты тебя медленно убивают? Петруха говорит, а я никуда не тороплюсь. Петруха говорит, у меня что-то в последнее время в голове, что-то непорядки. Сергей дружко спрашивает, а что такое? Петруха говорит, когда долго слушаешь жену, начинает казаться, что она права. Петруха говорит, по-моему, у меня лишний вес. Сергей дружко спрашивает, а почему вы пришли к такому выводу? Петруха говорит, понимаете, я купил говорящие весы. Сергей дружко спрашивает, и что они тебе сказали? Петруха говорит, они сказали, вставайте по одному. Подписываемся.